Слото Кінг. Ліга королів чекає на тебе. Вітаю, друзі! Сьогодні 24 січня, середа, і традиційне звернення з військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Світоном. Пане Романе, вітаю, слава Україні! Героям слава, бажаю всім здоров'я. Почнемо з того, що в Білгородській області впав Іл-76. За попередніми даними, на борту було до 73 осіб. Джерела в українських службах кажуть, що вони могли перевозити також ракети до С-300. Ну а ЗЕТ, телеграм-канали і пропагандисти вже кажуть, що на борту були військовополонені Збройних сил України. Ну, если там были наши пленные, то значит, это россияне их избили. Это у них стандартный подход. Вспомните, как уничтожили, допустим, тот же, того же борт Пригожина. Вопрос там по Пригожину, был ли он там или нет. Это иногда так закрывают беду какую-нибудь. То есть, если там были наши военнопленные или их тела, это тоже может быть для того, чтобы прикрыть свои зверства. Россияне могли сбить и свой борт сами. Там как раз в этот момент шел реальный такой серьезный обстрел С-300 по Харькову, потому они могли просто сшибить этот борт. Ракета перенацелилась и отминусовала борт. Дальность от наших границ довольно-таки серьезная, там где-то за 80 километров, то есть С-300 наша уже достать туда не смогла, она где-то до 70 километров бьет. Хотя это могла быть, конечно, спецоперация такая по вывозу, допустим, дальних средств поражения, но слишком близко к российской границе вряд ли наши специалисты это бы сделали. Потому вариантов два, то есть либо это так называемый дружественный огонь российских С-300, как раз так получилось, что в этот момент они работали, либо спецоперации уже наших вооруженных сил Украины по уничтожению ракет С-300, которые перевозили Ил-76, но это довольно-таки сложная операция, то есть дальность и именно российская территория сильно усложняет эту работу, потому варианта два. Ну, уточним, я думаю, в течение суток будут уточнены некоторые моменты по уничтожению этого Ил-76. Окрім цього, пане Романе, важлива найважливіша подія за останню добу – це, звісно, Рамштайн-18, зустріч Міноборони країн-союзників, понад 50 членів. Що відомо, що домовилися про передачу Україні далекобійної зброї. Ніхто не снарядів, ніхто не називає номенклатуру, але речник Міноборони сказав наступне, що в Україні з'являться снаряди, яких раніше в нас не було. Мы запрашивали несколько дальних средств поражения. Вот из тех снарядов, которые у нас не было, это, скорее всего, либо атакамсы 300-километровые, это 300 километров, либо те же таурусы, но это за 500 километров. Немцы сейчас пытаются обрезать их дальность, так сказать, где-то до уровня 250-300 километров, для того, чтобы нельзя было ими до Москвы достать. Но при передаче мы будем работать по тем целям, по которым будут согласованы, по крайней мере, работа этих дальних средств поражения. Ну, власне, і Кулеба, міністр закордонних справ України, каже, що нам тауруси потрібні не для того, аби бити по Москві, а очевидно, мається на увазі, що розмова йдеться про Керченський міст, про сам Крим, ну і тимчасово окуповані території. Нет, если серьезно, так нам таурусы как раз нужны для того, чтобы Москву, военные объекты в Москве отминусовать. Но если наши партнеры попросят этого не делать, однозначно мы этого делать не будем. У нас другие средства поражения, которые будут поставлены на поток. Я так думаю, надеюсь, наконец-то Министерство обороны, Укроборонпром поставит на поток производства средств поражения с дальностью до 500 километров, для того, чтобы можно было достать до военных объектов в Москве. До Москвы от нашей территории 450 километров по прямой. То есть ракета 500-километровая может достать до любой точки Москвы, до любого военного московского объекта. То есть у нас эти ракеты и были, есть, по большому счету, если ускорить их производство, типа «Гром-2» или «Нептуна», дотянуть, в конце концов, эту крылатую ракету до дальностей в 500 километров, это возможно технически
И как только у нас появятся свои ракеты, мы, естественно, будем работать по военным объектам в Москве, если нам опять никто руки не свяжет. Как это уже, я так понимаю, как минимум полгода. Полгода ни один беспилотник на Москву не заходит. Видать, что-то случилось. Где-то пошептала бабка, скорее всего, в Белом доме. И фамилия у нее Байден или Салливан или Бёрнс. То есть какая-то из этих трех бабок где-то хорошо нашептала, что до сих пор наши беспилотники Москву обходят стороной. Доходят до Питера, а Москву как-то так в сторонке оставят. И Новороссийск в том числе вместе с Туапсе. То есть есть эти бабки где-то, и я думаю, как только они обозначатся, по крайней мере, или принято будет реальное решение людьми, которые могут это решение принимать у нас в государстве, продолжится дальше работа по военным объектам, в том числе в Москве и в Новороссийске, Туапсе. Пане Романе, якщо говорити по тимчасово окупованих територіях Донецьк, от ми з вами раніше говорили, кілька днів тому там були потужні влучання. Зараз повідомлення наступні, що Донецьк далі без світла, без води, ніяких комунікацій. Ну, тобто для проживання зараз в нашому місті окупантам немає зовсім умов. Росіяни підставляють дончан, а в основному в Донецьку зараз залишилися проукраїнсько настроєні громадяни. Россиянцы из Донецка давным-давно уже за Урал отпетляли. Потому для российских войск дончане сейчас это такие враги, потому они делают все, чтобы их оттуда выкурить разными средствами, в том числе располагая свои военные объекты на территориях или рядом с, допустим, инфраструктурными уже объектами, которые питают город. Естественно, при боевых действиях они страдают. И сейчас страдают дончане. Еще раз повторюсь, там большинство сейчас осталось именно проукраински настроенных, которые ждут освобождения города от этих россиянцев. Это можно сделать, но для этого надо достаточное количество сил, средств и довольно-таки серьезные вложения и время, потому быстро это не получится. И вот россияне, это все понимая, подставляют гражданских, тем более проводя еще боевые операции рядом с городом и в районе Маринки, и в районе Авдеевки, понимая, что будет определенная ответка, то есть уничтожение военных объектов на территории города и вот их месторасположение вот в районе особенно Чайкинского кольца. Там очень много как раз инфраструктурных объектов, которые питают и город Донецк, и город Макеев, в эту агломерацию Донецко-Макеевскую. И они там расположили военные объекты, склады, штабы, в свои казармы. То есть, естественно, туда идут удары с повреждением, в том числе и подстанции, то есть электрики, водонапорных определенных моментов. Ну, вот так россияне используют этот город. Пане Роман, також відомо наступне. Під Маріуполем є населений пункт Гранітне, ось. І повідомлення від речника мера Маріуполя Андрющенка, що є хороше влучання. Мовляв, в Гранітному росіяни через Гранітне вони будують залізницю альтернативну, якою хочуть перекидати все необхідне на фронт. Мінімум 5 одиниць техніки знищено, особовий склад. Ну і загалом, я так розумію, великі проблеми з логістикою в росіян, а тепер будуть ще більші. Гранитным россияне строят мост через Кальмус. Вот эта железная дорога из Ростова на Волноваху, на Мариуполь, ну, на Донецкую железную дорогу. И, естественно, там у них расположение частей довольно-таки серьезное, строительных в том числе. Ну, мост мы уже повредили, они в этом году его уже точно не построят, ни мост, ни железную дорогу. Ну, а части там остались. И они, так как это глубина где-то под 50-70 километров от точек нашей стрельбы, на излете «Хаймерсы» туда достают, вот они там расположили свои воинские части, в ремонтные мастерские, опять же, возле недалеко от этого моста. Хорошие цели для наших дальних средств поражения, потому продолжается уничтожение россиян как минимум на дивизионной глубине. Это как раз глубина дивизионного расположения. І про допомогу від наших союзників. Пане Романе, Німеччина, Пісторіус, Міноборони цієї країни, сказав наступне, що нам передають гелікоптери вони.
І що цікаво, продають 6 одиниць, але вже їхня ж преса, в тому числі і Більд, пише наступне, що ці гелікоптери, вони є, ну, м'яко кажучи, барахло, тому що, мовляв, дуже багато часу потрібно на їхнє обслуговування, там 120 годин, аби ці Sea King МК-41 злетіли. Загалом, що це за машина і чи справді вона є застарою? Ну да, ей действительно, как мне лет, примерно лет 60-50-60, но вопрос в том, что эти машины мы уже используем. Нам Великобритания пару этих машин передала, причем они очень хорошо используются для определенных действий на море. То есть эта машина может брать на борт торпеды, аппараты разного уровня, допустим, те же бэки. Те же безэкипажные катера, которые выполняют боевые задачи, она может брать на борт и спускать их на воду. То есть, и, естественно, глубинные бомбы. То есть, это вертолеты в основном морского базирования. То есть, против, ее можно использовать как раз против российского надводного и подводного флотов черноморских. И, допустим, еще три пары, шесть вертолетов добавить к первой паре, которая себя очень хорошо зарекомендовала. Почему, в принципе, было принято решение, во-первых, запросить еще этих вертушек, и, во-вторых, сразу же откликнулись немцы, подняли с хранения, то есть передали нам выведенные уже с боевого дежурства вертолеты, и потому большое им спасибо за это. Ну, а то, что идет определенный информационный поток, ну, дело в том, что если бы нам не надо было, мы бы их не запрашивали. Они себя очень хорошо показали, потому нам нужны эти вертолеты. Увеличится количество боевого поражения на водах акватории Черного моря, под водой и на воде. То есть, я думаю, как раз для этих целей будет запросили и получим эти вертолеты. Окрім цього, пане Романе, нам Канада передає катери багатоцільові, вони «Зодіак» називаються, на 20 мільйонів доларів. Що можуть виконувати ці катери і взагалі для чого вони? А это как раз формирование нашего москитного флота. Этот катер выполняет очень много задач, многофункциональная машина, которая может взять на борт и десант, и достаточное количество вооружений. Причем и зенитно-ракетных комплексов, и тех же бомб глубинных, тех же торпед, и тех же бэков может управлять еще и ими. Потому сейчас идет формирование нашего ударного кулака на море. Катера на воде вот такого уровня, вертолеты в воздухе, которые также будут работать в районе акватории Черного моря. То есть довольно-таки серьезная тема сейчас поднялась именно по работе на воде. Великобритания нам передала два катера, но они потом пошли на Румынию, но я думаю, мы будем ими пользоваться. То есть они как-то пройдут Босфор, Дарданеллы, а после этого уже вступят в выполнение боевых задач, в том числе в нашем военно-морском флоте. То есть вот это формирование москитного флота, как раз тот флот, который нам важен, нужен, и он сможет уничтожить, особенно после того, как появятся еще самолеты, я думаю, там как минимум одну эскадрилью F-16 переведут в подчинение военно-морского флота, то есть для выполнения задач на море. Они помогут Нишпапе затопить весь Черноморский флот, и тогда будет действительно в этом тысячелетии первая такая успех, когда армия или военно-морской флот, который не имеет тяжелых кораблей, уничтожил весь Черноморский российский военно-морской флот. Пане Романе, якщо то говорити про зустрічі, то зараз сьогодні прем'єр Словаччини Фіцо в Ужгороді зустрічається з нашим прем'єром Шмигалем. Що цікаво, Фіцо знову висловився щодо України. Його запитали, а чому ж ви не їдете на зустріч в Київ, аби побачити, де прилітають ракети і що Росія нищить Україну. Він сказав, ви справді вважаєте, що є війна в Києві, її немає, там нормально живуть. І це він сказав вчора, коли якраз ракетна атака була по Києву і були жертв. Ну, венгри прекрасно понимают, что ключи от их благополучия в Европе лежат у того же в кармане, у того же Шмыгаля, а может быть даже в кармане у главнокомандующего
Залужного. Дело в том, что венгерская экономика, она питается и довольно-таки сильно зависит от той трубы, по которой, от двух труб, от нефтяной трубы, даже от трех, от газовой, нефтяной и продуктопровода, по нему дизель качают с белорусского Мозыря, Мозырский завод. Так вот это все идет через Украину. Все три трубы, которые питают венгерскую экономику, идут через Украину, и ключики лежат у наших руководителей. И здесь вопрос, скорее всего, в этом. Будут сильно, в общем, не захотят покупать лотерейные билеты, перекроем газ, если кто-то помнит эту кинокомедию еще советскую. То есть вот примерно так, понимая такое действие, вот уже ФИЦО решился как-то посетить Украину. А мы уже, я так понимаю, готовы к такого рода действиям. То есть перекрыть газ и все остальное. Разными методами это можно достичь. Это понимая, начинают уже венгры давать потихоньку задний. Понятно, что там риторика у них может быть какая угодно, потому и не поехал до Киева, понимая, что будут удары. Или просто мягко скажем, в туалет запросился. И по-маленькому. Но действия сами по себе, то есть вообще приезд, контакт венгров, руководство Венгрии. Народ Венгрии, он, понятно, проукраинско настроенный, европейский, просто выбирают, как всегда, дебилов во власть. Но это бывает, у нас тоже иногда такое бывает. Потому ничего необычного в этом нет. А вот действия, то есть уже действия, по крайней мере, на контакт пошедшие, об этом говорят. Причем сейчас на Венгрию будет оказано серьезнейшее давление со всех сторон, потому что они слишком много такой пророссийских действий в последнее время проводят, которые им же, в конце концов, и аукнут. Пане Романе, і Кулеба заявив наступне, що це не смішно в контексті чого. Він сказав, що Північна Корея є більш ефективним партнером для Росії, ніж друзі України. Ну, дело в тому, що Росія може предложити Северній Кореї доволі такі хороші коврижки за їх участь в війні проти України. Это ж не все так просто. То есть за просто так северокорейці нічого делать не будуть. Тому россияне, естественно, их очень сильно поддерживают в этом смысле. То есть есть что продать, есть что отдать и что-то предложить Северной Корее. А вот мы на данный момент, мы кроме безопасности для Европы, мы больше европейцам ничего предложить не можем. И те страны, которые это понимают, они, естественно, участвуют в войне против России. Те страны, до которых это не дошло еще, догорает фитили. Есть и такие, там же все-таки не один десяток стран европейских, а не считая там венгров и словаков, я имею в виду сейчас не народы, а правительства пророссийские. То есть до них может не доходить, и потому они могут еще и палки в колеса вставить. Здесь тоже такое, ничего необычного, так сказать. Все как всегда в демократических странах. Есть определенное видение ситуации и позиционирование себя в этой ситуации, так вот не все себя правильно позиционируют. Но до них дойдет. Для этого надо просто определенное время и некоторые действия тех стран, которые понимают, что такое безопасность для Европы. Пане Романе, Єнс Столтенберг, генсек НАТО, заявив наступне, що уклали угоду на 1,2 мільярда доларів, і це буде поповнення і снарядів 155-го калібру, як і їхніх запасів, так і передачі Україні. Кажуть про 200 тисяч снарядів. Наскільки це є вагомо? Тому що ми знаємо, що снарядів мало не буває. Ну, дело в том, что это, скорее всего, определенное производство снарядов под то количество, которое нам уже передали. То есть они восстанавливать будут те позиции, которые нам передали на своих складах. Но это неплохо. То есть даже все новые снаряды, которые они произведут, они расположат у себя на своих площадках. Нам будут отдавать те снаряды, которым подходит срок давности. Есть такие позиции по снарядам, иногда их надо даже утилизировать. Так вот, мы здесь еще и без взятия платы за утилизацию этот вопрос будем решать для европейских, по крайней мере, стран и производителей в том числе. Однозначно мы получим это количество снарядов. То есть, ну, опять же, это, во-первых, не намного, то есть 200 тысяч – это небольшое количество снарядов. Оно не добавит нам серьезно, по крайней мере,
боевого накала на линии фронта. Это если в одну точку, допустим, их завозить, тогда да. А если растянуть на 1200 километров фронта, это, конечно... А пока еще кот наплакал. Нам надо количество снарядов, ну, вот, исходя из наших потребностей, допустим, по 10 тысяч снарядов в сутки. Где-то россияне так сейчас используют северокорейские и российские снаряды. 10 тысяч в сутки. Вот нам 10 тысяч в сутки, это 300 тысяч снарядов надо в месяц. То есть 200 тысяч снарядов, ну, это так сказать, почти на месяц. Потому цифры здесь, война – это математика, все просчитывается. Но, тем не менее, действия хотя бы на месяц у нас будет довольно-таки достаточное количество боеприпасов. Пане Романе, от наша делегація в Рамштайні, де був, звісно, і Валерій Залужний, вона проговорила з нашими партнерами і повідомила наступне, що росіяни жертвують в середньому 400 солдатів в обмін на 1 квадратний кілометр української землі. І загалом за останні 2 місяці активних наступальних дій, намагань наступати росіян, вони втратили 54 тисячі солдат. Вот хороший контакт, я уже несколько раз об этом говорил, когда есть личные контакты генералов, то решаются вопросы. Много вопросов на этом Рамштайне как раз было решено, исходя из этих личных контактов. И Залужный, и Шаптала, и генерал Наев, 3 наших сейчас ведущих генерала, которые решают вопросы управления вооруженными силами Украины, решают их довольно-таки положительно, то есть вот эти личные контакты дают нам надежду на то, что наша армия в этом году выполнит те задачи, которые не удалось выполнить в прошлом году, ну и, естественно, усилится некоторыми позициями. Именно о них говорили и политики, то есть получение, допустим, тех же дальних средств поражения, системы радиоэлектронной борьбы. Мы уже получили те, которые запрашивал Залужный в свое время. Уже получаем и видно их результативность работы. Ну, вертолеты, самолеты F-16 ждем. То есть вот такие личные контакты, они приводят к положительным моментам. Естественно, цифры, которые озвучиваются непосредственно главнокомандующим или начальником штаба, начальником СОУ, то есть руководителем СОУ, эти цифры, вот они уже, можно сказать, легитимны, и можно их подавать в информационное пространство. Действительно, не впечатляет. То есть у нас задача, как первая задача любой армии, выполняется довольно-таки успешно. Первая задача любой армии, которая обороняет свою территорию, это уничтожение армии агрессора. Вот то, чем мы сейчас занимаемся, и довольно-таки успешно. До 1000 россиян в сутки минусуется. Десятки единиц артиллерии, боевых бронированных машин мінусується якраз на наших фронтах, а це от виконання першої задачі. Пане Романе, і парламент перепрошую, Туреччини одобрив вступ Швеції в альянс. Наскільки це потрібне зараз рішення? І що цікаво, намагався, знову ж таки, Угорщина і Орбан викручуватись, мовляв, нам треба з шведами поговорити, аби узгодити, що вони хочуть в НАТО. На що шведи сказали, нам нема про що з вами говорити, вже раніше все обумовлено. Ну, Венгрія вже підтвердила вступлення Швеції, це було до Турции. Турция оставалась последней страной, которая должна была подтвердить. Вот они подтвердили за прошедшие сутки. Все, вопрос по Швеции решен. То, что там Орбан будет подпрыгивать или Арбанята, которые пытаются какие-то там моменты отыграть для россиян, ну, это их проблема. Они, в конце концов, допрыгаются. Допрыгаются до того, что просто лишат голоса Венгрию, по крайней мере, пока это правительство Венгрии управляет, оно все-таки демократически избрано, у них есть определенный срок, то есть на этот срок, пока Орбан управляет страной, они могут быть лишены права голоса и в НАТО, и в Евросоюзе, и во всех евросоюзовских комиссиях. После этого прыгает он, не прыгает, уже не будет никакого действия как такового. Скорее всего, на это и намекают шведы, что ну, можно уже подзакрыться, рядом уже принятие решения. Хотя для Орбана это может быть как раз тоже выход. Почему? Потому что ну, определенные ковришки за то, что он пророссийские взгляды продвигает в Евросоюзе, он уже получил.
Теперь ему надо как-то уйти от ответственности перед Путиным за невыполнение тех задач. Вот один из вариантов, как коврижки у себя оставить и уйти от ответственности, это вот принятие решения о лишении голоса. Путину он может, в принципе, развести руками, сказать, ну, не смогла. Не смогла, командир, не смогла, вот и дальше как-то забыться. Ну, посмотрим, как это будет развиваться. Я думаю, у Швеции уже никаких проблем по вступлению в НАТО нет. И на весеннем, вернее, на саммите, в Вашингтонском саммите будет оглашено то, что Швеция уже член НАТО. Пане Романе, і по фронту в Збройних силах України Генштаб передає, що успішні дії наших оборонців, особливо на лівому березі, це Кринки, населений пункт, ми з вами вже неодноразово говорили. Ну і знову ж є повідомлення про те, що росіяни втрачають там техніку. От вони дуже багато там втрачають і танків, і саме БМП, БТРів, але далі продовжують їх туди кидати. В чому сенс таких дій? Они по-другому не могут, это капкан. Для россиян капкан в том смысле, что они либо должны сбросить наши части в Днепр и восстановить линию обороны вдоль Днепра, либо отходить на 15-километровую дальность от Днепра, понимая, что после переброски артиллерии им придется где-то закапываться. Там закопаться практически невозможно. Левый берег до сих пор напичкан водой, если можно так сказать. То есть после взрыва Каховской гидроэлектростанции, грунтовые воды поднялись и не опускаются. То есть там со второго штыка уже вода начинается, там сильно не закопаешься. А линия первая, где можно более-менее создать укрепрайон, это километров 15 от Днепра. И потому россияне сейчас на данный момент выполняют эту задачу, пытаются нас сбросить, а мы, понимая, что они в капкане вот в таком, их уничтожаем. Там создан хороший полигон для отминусования российской техники и личного состава с помощью разных видов систем поражения, от артиллерийской до дроновой. И, естественно, эти показатели по направлению к рынок, они максимальные по левому берегу, то есть вот сейчас. После того, как будет принято решение на расширение плацдарма, если оно будет принято под форсирование Днепра до оперативного, россияне отойдут на третью линию обороны, она где-то третья считается, как раз на этот укрепрайон, который у них уже есть, они уже его отрыли по направлению на Армянск. То есть общее направление от Крынок в сторону Армянска, там вот дорога, можно посмотреть, вот у них есть где-то километров на 15, а там открыт укрепрайон. То есть посмотрим, как будет развиваться событие. Это все будет зависеть от замысла главкома и от наличия сил, средств для выполнения форсирования Днепра. Пане Романе, і виють окупанти, що їм дуже складно збивати ракети Storm Shadow, ну або Scalp, оці от аналоги французькі, які нам передали, до речі, мають передати 40 одиниць. Вони кажуть, що їхні комплекси Thor-M2 не справляються і не можуть вловити ці ракети. Ну, Тор их и не перехватит по тактико-техническим данным, то есть и по высоте полета, и вообще по маневрированию ракеты. То есть это не для Тора задача. Это задача либо для истребителей российских, если они успеют выйти на ракету, либо задача, допустим, для систем типа С-400, но опять же, уже на подлете к самой системе, а там может быть просто времени не хватить по С-400. Тем более ракеты сами не летают, эти ракеты из Storm Shadow и Scalp обязательно сопровождаются ракетами-постановщиками помех. Есть такая ракета EDM-160, мы уже неоднократно о ней говорили. То есть это ракета, которая идет чуть выше ударных ракет, берет на себя внимание ПВО противника, ослепляет, она, это практически летающая РЭП, ослепляет противника разными методами, начиная от полной засветки экранов радаров, возвращая сигналы по всему спектру, либо созданием, допустим, ложных целей. Десятки целей может создаваться сигнатурами обратных сигналов этой ракеты, и, естественно, все поле локатора просто будет засыпано целями. Отыскать настоящую практически невозможно. Вот. Эта ракета, естественно, работает и на Тор, и на С-400, то есть они работают на весь спектр российских систем зенитно-ракетных комплексов, особенно старых. Пане Романе, дякую за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні 24 січня, середа, обов'язково ставимо лайки, підписуємось і, звісно ж, коментуємо. Мене звати Ігор Гаврищак, побачимось в ефірі 24 каналу.